Ну, можно ближе, можно? Ой, молодцы, джентльмены. Вам попасть сигарет. Иду. Да ничего, я вот так. Сашка. Пусть снимет кепку. Оставь. Чтобы видно было лицо. О, вот так умница. Держи. Первого в этом году турнира серии теннис Юра Кап 14 лет. Поздравляю всех победителей, призеров турнира. Была тяжелая неделя. Знаю, как для вас, для меня самый тяжелый турнир, по-моему, был все 20 лет проведенный. Так нас заливало исчадно каждый день, но мы постарались. Поэтому хочу в первую очередь сказать спасибо нашим рабочим на корте, Грише, Григорию. Давайте поаплодируем. Григорию и Мине, которые героически восстанавливали каждое утро эти корты после дождя. Также хочу поблагодарить наших судей Михаила Михайловича Зайченко, Романа Ильича Козыряну, нашего доктора. Давайте поаплодируем. Главного судьи Златы и Константина Засядька. Что вам пожелать? Пожелаю, чтобы вы набранный темп на этом турнире не сбавляли. К концу года, чтобы это была первая десятка в рейтинге теннис Юра. Да. Перейдем к награждению. Девочки в парном разряде, финалистки из Молдовы, Влада Медведкова, Александра Зайченко. Давайте громче, громче. Браво, браво! Убегайте сразу, постойте. Саш, что ты наоборот? Ну ладно. Спасибо. Екатерина Ивашко, Молдова, Екатерина Вишневская, Россия. Молодцы, Михаил Михайлович, старались, Сашулечка, умничка. Среди мальчиков из Молдовы Василий Донцов, Тимур Мауленов, Украина. Саша, ну дела только тебе. Давайте. Из Беларуси Георгий Адамович и из Молдовы Александр Виктор. Браво, браво, мальчики. Молодцы. Только чего стоит последний мяч, да? Не говорите, это точно. Первый раз в истории мирового тенниса. Молдавского. Давайте громче на трибунах. Руки заняты. Да, там похлопали громче. Александра Зайченко, Молдова. Как на Куматри, на вот так. Спасибо. Это так жиденько так.
Все? Подними, Саша. Чемоданчик, да. Мальчик и финалист Александр Витков, Молдова. Молодец. Огурец. Да, финал. Очень тяжелый, достойный для финала. Молодец. Громче, громче. Победитель из Молдовы Владислав Мельник. Через неделю мы будем здесь. Я уезжаю. Куда ты едешь? Домой, куда? Когда? Ой, чуть-чуть. Через неделю? Да. Я бы через неделю здесь должен стоять. Да, я знаю. Браво, умница, браво. Молодец. Мельник молодец. Короче, молодец. Эти. Вот мне нужно мама. Ну что, я еще неделю тебе приду. Мама сказала, что типа так, так нельзя. Так можно? Чтобы я играла. Можно. Можно, да? Если место будет. Да, если место будет. И это, я же не знаю. Не, ну да, тренер.